Южнокорейская комиссия по финансовым услугам FSC вводит радикальные изменения в организацию работы банков и страховых компаний. Для защиты данных клиентов и упрощения процессов проверки комиссия утвердила внедрение технологии блокчейн. Как часть своей финтех-дорожной карты, FSC позволит мелким и средним компаниям получать больше данных о клиентах через цифровые платежные системы. Регулирующие органы надеются, что этот шаг будет вдохновлять на новые проекты и услуги в растущем секторе финтех. Правительство планирует утвердить платежную систему, которая позволит клиентам совершать покупки через приложение, избегая сборов процентов провайдерами кредитных карт. Однако комиссионные сборы остаются за банками. We'll be right back.